На улицах Львова новые городские автобусы, созданные во Всесоюзном конструкторско-экспериментальном институте автобусостроения. Машины эти унифицированы и отличаются лишь вместимостью. Один автобус рассчитан на 95 пассажиров, другой на 114. Разрабатывая новую модель, конструкторы проявили заботу о том, чтобы пассажирам было просторно. Между рядами сидений широкий проход. У автобуса две двойных двери, а уровень пола в салоне понижен, и теперь входить и выходить из машины стало удобнее. Незабытые водители. В кабине хороший обзор. А это новинка. Для облегчения работы установлена автоматическая гидромеханическая передача с клавишным управлением. Кресло легко регулируется по высоте и наклону спинки. Несмотря на внушительные размеры, машины маневренны. Экономичный и надежный дизельный двигатель позволяет автобусам развивать скорость около 100 км в час. После испытаний их выпуск начнется на Львовском автобусном заводе.